Так, 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 так. Вот так, так, не, наверное, вот это, да? Это сейчас помоем. Та битва ж за трон на днях. Ой, на днях. Минуты на минуту. Ужара. Пацаны, капец. Бардак у меня тут, боже, одни все пустые. Сынок, сейчас возьмешь деньги. Ага. Все на велику поедешь? Да. Успеешь у этого? У хозяйственного. А, ну оно ж и продовольственное. Да, 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 да. Ферри. Люсюнька, сколько стоит ферри? Не знаю, может быть, это около 30 гривен. Около 30 гривен? Ага, сынок, ну возьмешь. Ага. Это самое, понял? Да. А я пока... Да, Аллочка ж на огороде, теперь чтобы дели на два ролика. Угу. Аллочка на огороде, а я ж ей помогаю. И чтобы успеть, и чтобы она отдохнула, и чтобы я успел битву за трон. Вот это вот ужин так... Но ножку такую, такую вот эту вот сейчас обрежу. Так, продолжаем, ребята, продолжаем. Так, хочу, знаете, что сделать? Хочу сделать гуляш такой, как был в эпоху СССР в столовых. Вот кто в столовых питался, те ж знаю, вкусный был, страшные. И вот я хочу сделать. Сейчас позвоню одной знакомой нашей Салочке. Она в столовой работает. Ну, сейчас она называется не столовая, а кафе. Ну, а работала в столовой. Сейчас я в нее подробно расспрошу, как правильно готовить гуляш. Вот. И помогу Аллочке своей родной, любимой, чтобы то она на износ прибежала с ночи. Сынок, ты смотри по времени. Прибежала с ночи и уже на огороде, а я ж вот тут ей помогу. Так, это косточка. О, мясо, 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 мясо. Мясо – это сила, да-да-да-да-да-да. Так, а это надо будет еще шурпы сварить. Тише. Сынок. Шурпы. Тебе понравилось? Да, очень вкусно. Ну, значит, сварим. Это уже чисто мое, чисто мужское. Угу. Ну, короче, вот так вот. Будем готовить. Поняли? До встречи на ББ, пацаны! Готовим, готовим, ребята. Готовим. Вон в миске замариновал мясо, как мне. Помедленнее, Люсь, не спеши. Как мне сказали, позвонил нашей знакомой. Салочкой, ну, больше ее знакомая Любочка там. Они вместе, у нас была на рынке пирожковая своя. И она работала в Аллочке поваром. Сама она по профессии повар и сейчас работает в кафе хорошим поваром. Так я ей позвонил, говорю: Любочка, расскажи мне, пожалуйста, как правильно готовить гуляш. Она мне рассказала. Ну вот теперь готовлю. Значит, мясо
маринуется, вот это я порезал на кусочки, замариновал там специи, черный перец и соль. Полчасика надо, чтобы оно промариновалось. Вот. Лук мы нарезали. Мясо на одной сковородке обжариваем, на второй сковородке делаем подливу. Желательно добавлять бульон, если есть, конечно, для вкуса. Вот. Сейчас. Чесночок. Вот он, конечно, уже время уже начинает вянуть, но я чеснок люблю, у него вкус такой потом во всех блюдах хорошенький. Вот, потом мы порежем, вернее натрем вот на терке морковку, вот, и Люсенька сбегала в магазин, купила томатной пасты, и мы с домашним морсом перемешаем. На растительном масле и добавляем и туда же бульончик. Пропассируем это все. Потом туда бросаем морковку, лук, это чесночок. Вот. Полчасика минут 40. Потом эту подливу выливаем в ту емкость, ну в жаровню или в сковородку. Ну я буду в сковородках делать. Бросаем все туда. Тушится еще. Ну и пробуем до готовности. Хозяйки знают, а мужчины, кто захочет готовить, пусть пробуют. Вот, только что зашел в Одноклассники. Наше братство Superior Max заняло второе место. Кубок там, подарки, призы. Мы молодцы. Вот. Всех ребят своих поздравляю с победой. И приглашаем игроков в братство в наше. Заходите. А мы сейчас бегом, и битва за трон. Кто захочет заходить в братство, значит, в Одноклассниках у меня в личке. Приглашайте, предлагайте мне дружбу, заходите. Мы ждем, нам нужны игроки. Ой, штаны спадают. Совсем уже что-то я расслабился. Ну, в общем, вот такие дела, вы поняли? Все, ребятушечки, пока.